Всем мир, с вами Вектор, и я еду в Питер. Собственно, через пару часов, сейчас примерно 5:30 утра, так что я пошел собираться. Микрофон нежим, рэп та шларга пик та тели. Минтелем хайп, минтелем вайп, минтелем миллион лайк. Минтелем бубас бюлен сине бюрмис гильда, як тан югарга. Кара мина, мина шамбуин кебек синен баша шинан. Эй шинан, сех неге менгенде минем терко шеткан. Белкараштан, козлар им шаг хам бику элшан. Тики шимнен, мин харокат кышкран. Так и приехал я в Питер, и знаете, черт возьми, какая же здесь шикарная атмосфера. Несмотря на всю погоду, которая не особо отличается по температуре и по другим каким-то признакам от Москвы, все-таки здесь круто. И если выбирать место жительства, пожалуй, я бы жил здесь. В планах что? В планах сходить на какой-нибудь фильм в киноху. Тут, благо, она недалеко вроде есть. Музей Лего посетить, они переехали вот туда, насколько я понимаю. Погулять вечером по Питеру и заодно отпраздновать день рождения моей мамы. Все-таки я не зря сюда приехал. Это такая одна из главных целей. Из интересного, что произошло уже сегодня, на вокзале увидел Боярского. Довольно-таки прикольно. Но, впрочем, ничего особенного, он тоже обычный человек. Ларин. Я не особый фанат Люди Икс, но думаю, что на Логана сходить стоит. Во всяком случае, я точно не знаю. Как бы, в теории, фильм по отзывам очень даже крутой. Если так и знакомиться с линейкой Люди Икс, то, пожалуй, стоит начать именно с этого кино. Во всяком случае, многие мне так советовали. Ну, а сейчас мы на обводном канале. Не лагай. С вашего позволения, я ненадолго одену очки, и, как вы можете заметить, вовсе не потому, что здесь солнце, а просто снег уж слишком сильно летит в глаза, и ладно бы я просто шел, это было бы вообще пофиг, но когда ты снимаешь, это немного дезориентирует, ты плохо видишь, отвлекаешься на камеру, так скажу честно, гораздо удобнее. В общем, что я могу сказать, в Питере я, ну, практически каждый год бывал, и с каждым годом, в принципе, ничего не меняется, город все так же прекрасен. Сюда можно ездить хоть каждый месяц. Блин, мне так нравится, одна из самых популярных, ну, летом, во всяком случае, точно, улиц. Сейчас такая тихая, спокойная, и вода скрывается под слоем льда. Как возьми, как же это все-таки атмосферно. По поводу Логана, я все-таки сходил в эту картину, и, ну, что могу сказать? Офигенно. Я не фанат, в принципе, Людей Икс в целом, потому что, ну, знаю какие-то основы, и то не полностью. То есть даже если вы не разбираетесь или почти не разбираетесь во вселенной Людей Икс, сходите. Фильм немного жестковатый, ну, смотря кому как. Скажу честно, с очками я выгляжу как полный идиот, но зато так удобнее. И для меня это важнее, во всяком случае, сейчас. По поводу того, каково это вообще снимать на улице. Ну, знаете, конечно, немного отвлекает, когда люди смотрят на тебя, оборачиваются, может быть, хихикают, может быть, еще какие-то жесты внимания проявляют. Поэтому, как мне кажется, если бы я был за границей, снимать было гораздо проще, потому что, ну, типа, никто не понимает твой язык, ты говоришь что-то, рассказываешь, всем пофиг. Ну, мало ли, чувак идет с камерой, ничего особенного, обычный турист. А так, зная наш русский менталитет, в принципе, пофиг. Аккуратненько придерживаюсь рукой. Ну, нет, пожалуй, все-таки я этого делать не буду. Немного слов о пародии на клип Хованского «Прости меня, Мирон», то есть я сделал пародию в стиле «Прости меня, народ». Ну, что можно сказать, в принципе, народу зашло, как я вижу по статистике, пока что все идет довольно-таки неплохо. В целом, реально была проделана большая работа над созданием, над написанием сценария, раскадровки. Но поскольку все делается своими силами, все не так просто, как может показаться на первый взгляд, по большей части я сделал это ради того, чтобы проверить как-то свои силы, потому что это реально очень весомый опыт. Это было непросто, но... На то, что я рассчитывал, я справился. Хочу отметить поездку на скоростном поезде. Так получилось, что первый раз я вообще в жизни еду на Сапсане. И, черт возьми, мне понравилось. В всяком случае, первое впечатление довольно-таки интересное. Но больше зацепляет то, что у тебя немного рвется шаблон. Типа, вот, ты в одном городе, и через буквально мгновение уже в другом. Как это так? Эти 4 часа пролетают вообще незаметно. И, ну, с непривычки, конечно, удивляешься. Бля, я на секунду представил, как Хован увидел мою пародию, воспринял ее всерьез. Собрал свою тиму гангстеров, пошел бить мне ебало. Бля, это было бы страшно на самом деле. У
общем, уже следующий день я остановился в отеле, и несмотря на то, что, казалось бы, я достаточно много поспал, часов 10-9, это так, я почему-то чувствую себя как очень жесткий овощ. Надо пойти, пожалуй, выпить чашку кофе, потому что без этого я просто усну и до поезда не дойду. На самом деле номер в отеле довольно-таки хороший, суммарно за ночь на два места обошлось 2500 рублей, и, по-моему, это вполне-таки бюджетно, отель классный, здесь есть, в принципе, все, что нужно для... Да для обычной жизни. Блин, я проснулся и не заметил, что вид из окна-то уже все. Солнышко. А, кстати, да, вот там гостиный двор. Уи! Была бы моя воля и деньги, я бы не вставал отсюда и не уезжал из Питера где-то еще всю жизнь. Сейчас как-никак выходные дни, на улицах Питера ходит довольно много людей, и поэтому можно встретить очень-очень много промоутеров. И каждый, кто мне дает бумажку, я ее беру. Просто было время, когда я тоже пытался зарабатывать на этой не самой легкой, мягко говоря, работе. И я понимаю, насколько это тяжело, и всегда стараюсь помогать ребятам, которые занимаются данной профессией. Она не перспективна, но деньги, как говорится, нужны всем. И вот если ты стоишь целый день на улице, либо в очень жаркую, либо в очень холодную погоду, это очень-очень жестко. Поэтому даже если вам не нужна нафиг эта листовка, просто возьмите ее, потом где-нибудь за углом или дома выбросите, и все. Ребятам зато вы сделаете приятно. В идеале, конечно, в ближайшее время, ну или хотя бы в этом году еще раз в Питер наведаться, но там как пойдет. На этом все, закончился, не знаю, как можно назвать данный ролик, ну, питерский подкаст. Спасибо за просмотр и всем пока.